Всем привет! Дошла очередь поговорить и про эрекцию, про мужскую эрекцию. Казалось бы, это абсолютно рефлекторный процесс, он должен быть простым и успешным. Но как бы не так, очень часто ко мне приходят мужчины с нарушением этой самой функции. Давайте подумаем, что же является самым главным врагом успешного, качественного полового акта. Итак, главным препятствием к успешному совершению успешного полового акта это является, внимание, мысли, а именно тревожащие мысли. Для того, чтобы разобраться, как это работает, давайте немножечко поговорим о физиологии мужской. Эрекция возникает вследствие выделения окиси азота. В ответ на это расширяются артерии, и туда поступает артериальная кровь. А вены сужаются, и таким образом половой член остается в эрогированном состоянии. Но как только мужчина начинает думать о негативных сценариях, о каких-то тревожащих его мыслях, моментально окись азота прекращает выделяться. И вены расширяются, а артерии сужаются, и кровь уходит. Конец половому акту.